Счастье, Каменка, Лебединская. Такова география обстрелов на Донбассе за сегодня. Боевики уже 5 раз открывали огонь по украинским позициям. Договоренности о прекращении огня противник по-прежнему игнорирует. На опорных пунктах возле оккупированного Донецка побывала наш военкор Ирина Баглай. Вы слышите, если я начинаю бить, то вы начинаете бить, потому что вы находитесь на постреле. Тишина на этих позициях под Донецком не усыпляет бдительность наших солдат. Хотя выполнять приказы командира не так уж и просто. По сплошному катку, в который превратились поля, не то что бежать, идти сложно. По дороге командир вводит в курс дела. Интенсивность огня боевиков значительно снизилась, но регулярные провокации и прострелы не прекращаются. Откуда работа? Откуда работа? Тишина. Добравшись на нулевой рубеж, убеждаемся, предостережения командира не напрасны. По нам стреляют. А по нам с чего стреляют? С большинства из пулемета и с калаша. Такой стрельбой из пехотного вооружения российские наемники преследуют несколько целей. Дождаться выстрела со стороны украинских позиций, зафиксировать их. Или же прикрыть работу своего снайпера. Як зазвичай вони працюють 2-3 групи, от їх склад десь по 2-3 чоловіка, тобто снайпер з коригувальником і один, який просто стоїть з кулеметом, автоматом і якби веде, відкриває вогонь, провокує нашими, відкрили вогонь. І якби ми розкриваємо свою точку, а їхній снайпер починає працювати по нам. Таке впечатлення, що вони йдуть разом. Но в этот раз группа противника действовала в разнобой. Своим фальстартом вражеский снайпер опередил пулеметчиков. Пролетают пули. Они просто пролетают мимо сейчас над головами. Под пулеметную стрельбу боевики переходят на более крупный калибр. Руины бетонного здания частично закрывают от огня боевиков. Ну, смотря куда попадет. Если в сам бетон, то да. Если там, где нет бетона, то... Не поможет. А это что? Ну, это они уже с более мощным оружием стреляют. Нельзя. Ну, так каждый вечер. С 6 до 10. Прям режим уже? Ну, у них да. Это типа с РПГ. С РПГ было. Держат на линии соприкосновения боевики и тяжелые орудия. Впервые за несколько недель по Авдеевке российские наемники открыли огонь из минометов. Выпустили 6 мин. Мы бачили спалахи вночі, коли стріляв міномет, що, можливо, вони працюють із-за жилих будинків, тобто з жилого сектора Донецька і Спартака. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробності телеканал Інтер.